Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале Лаченко Family Food. Сегодня с вами Авигея и Яна. Сегодня мы кушаем пирожки и уху. Мы пропали совсем с радаров. Авигея, что-то рёбка далеко здесь. Авигея только после садика. А хочу, чтобы нам гость. Должны были прийти к нам гости, но гости не пришли. Мы ходили, помните, в гости, но то мы ездили на 2 дня практически сами в гости на день рождения к моей однокласснице. Пирожочки с картошкой. Маленькие. Не поняла. Застряла, плачу. Не знаю, что снять. Вот это. Короче, так устали. Мы, получается, что... Мы поехали в понедельник вечером, мы выехали. Типа как? Вечером выехали. Ехать 2 часа. Знаешь, мы в садик не посадили, то что просто мало детей было из-за коронавируса. Да. Садик у нас тоже закрыт. Ну, можно идти. Мы ходим в садик, но их всего 3 в группе. Двое. Ну как, ты, Фельдитас и Малин. Ну да, а так? Ну, в смысле, без тебя 3, 2. Просто считаю 2, почему... Ну, про себя я так. Ты знаешь, что я хожу в садик? А вот ты не знаешь, что у нас 2. Ну и вот поэтому у нас 2 в садик. Я же знаю, меня знают, что у нас 2. Уха вкусненько получилось. Знаешь, что я в садике? Да, я поняла. В общем, мы в такую пробку попали. Просто час простояли в пробке. Фуры просто нереально. В итоге потратили на дорогу 3 часа, уже приехали не гогущие. Легли спать. А мой телом лес. Следующий день рождения там. Поздравления. Тоже легли уже поздно поспать. Уже должны спать. Я уже пекла еще. Как-то плохо спали. Потом встали без 10:06. Поехали домой. Легли сразу в сад. И просто никакие еще вчера, просто никакие были. Потому что толком не выспались, а я Вигея уснула вчера в 6 вечера. Ран тоже она, ну, плохо спала. И мы с ней вчера играли, а потом она говорит, ну, массаж спинку ей массировала, и она уснула. Я думала, проснется часов 5, нет, до 7:30 мы спали. Короче, восстанавливались. Я тоже сегодня выспалась прям хорошо. Не выспалась? Вчера еще приготовила голубцы.
Сил не было? Я знаешь, сегодня брала и кухню, и машинки, и лошади брала. В садике? На садике надо убирать. Не то, что довольно. Короче, голубцы вчера готовила. Снимать мукбанг уже не было сил. И они не очень получились. Короче, тесто такое. Ой, тесто. Капуста. Не очень. Вот я ее варила, вот этот у ножки, да, вот это, ну, жесткая листву вот эту срезала. Ну, как-то не очень мне понравилась все равно капуста. Вот, потом мне посоветовали ее замораживать, я так не пробовала. Качан заморозит, потом разморозит, и делать из него варить не надо. Потом и вообще другую капусту посоветовали взять. Ну вот в следующий раз хочу попробовать заморозить. Все, я голубцы очень люблю. Но люблю голубцы, которые готовит моя свекровь. А сама не люблю. Плотненький такой обед у нас сегодня. Ухи тоже захотелось давно. В воскресенье сами пойдем в гости. По-моему, в воскресенье. В общем, сегодня ждали сами гостей. Там не пришли к нам сегодня гости. Не пришлют. На следующей неделе придут. Нет, пришлют нам. На следующей неделе нам пришлют гости. Будешь доедать еще на мукбанке? Тогда я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. А Авигей еще будет кушать. Я купила рыбу. Рыбу? Угу. Я же в реале еще давно замороженную покупала. Ага. Когда вот курс купила, когда вот ездила. Много тогда еще папа ходил, я просила, чтобы он... Когда вот тебе купила... Слэм? Вот эту раскрашку. Слэм? Да. А, или нет? Раскраска – это вот это занятие. Ну, пропись. Ой, недавно.